Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». На станции МЦД-1 Кунцевская построят 2 подземных вестибюля. Как сообщили в информационном центре Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, транспортно-пересадочный узел Кунцевская станет одним из крупнейших в столице. 2 подземных вестибюля будут построены для комфортной пересадки между МЦД, метро и БКЛ. На втором этапе реализации проекта МЦД работы будут вестись совместно с ОАО «РЖД». На этом у меня пока все, а больше новостей из жизни столицы на сайте mymsk.online. До скорого!